Конфликт энергетика в Красноярске может привести к росту тарифов. Сегодня представители Красноярского энергосбыта заявили, что собираются обратиться в правоохранительные органы с жалобой на действия генерирующих компаний. Сбытовые организации заявили, долг перед ними перевалил за 1 000 000 000 рублей. А во вторник один из главных должников, Дивногорские тепловые сети, заявил о банкротстве. Эта фирма задолжала Красноярскому энергосбыту 534 миллиона рублей. Представители сбыта уверяют, банкротство маленьких сетевых фирм управляется сибирской генерирующей компанией. Добавляют, если ситуацию не урегулируют, то Красноярский энергосбыт потребует возместить выпадающие доходы увеличением тарифов. То есть красноярцам, возможно, придется скинуться, чтобы закрыть дыру в бюджете частной компании. Если это будет, то это будет в следующем периоде регулирования. Это, наверное, уже на 15-й год. Сколько это будет? Ну, такие грубые прикидки, которые сделали для того, чтобы вернуть денежные средства, которые могут у нас зависнуть, это где-то, ну, каждый должен заплатить 86 рублей в месяц в течение 2 лет. В ответ на это представители сибирской генерирующей компании заявили, что у них есть встречные претензии. По их словам, в мае 2012-го энергосбыт в одностороннем порядке пересчитал плату за электроэнергию сетевым компаниям, чем и спровоцировал банкротство. Подробности представители СГК обещали рассказать в понедельник. Наш источник в